Всем здравствуйте! Здравствуйте, дорогие жители! Добро пожаловать на мой канал Насти Соловьевой. И вот мне мама на 8 марта подарила такой пазл из 1000 деталей. Невидимый. Вот, ага. И он мне очень нравится. И я вот на каникулах была у бабушки, а сегодня после школы решила пособирать. Сейчас посмотрим поближе. Так. Пазл у нас находится на листе фанеры, на половине листа фанеры. Осталось от ремонта и решили расположить пазл на поверхности листа. Вот так находится пазл. Все по периметру разложены различные детальки. И Настя пытается собирать уже. Собрала первый этаж. Получается, выбрала я вот такой. Это на 8 марта, что ли, я тебе подарила? Да, я уж не помню. Вот здесь получается, ага, задом наперед. Так, 4 времени года. Здесь получается зима, осень, лето и весна. А, вот весна и лето. Нет, лето. А, лето, а вот это? Осень. Осень. Нет, а вот осень, вот осень, это весна, а это лето. Нет, это наоборот, зима, весна, лето, осень. Нет, нет. Ну все, давай не спорь. Видно же, что тут вот зима, здесь осень, это весна, когда все просыпается, и вот это лето, когда кругом цветы. Вот чем занимается Анастасия в свободное время теперь. И сейчас поближе еще покажу работы, которые она уже сделала. Вот такой пазл из 1000 деталей. Когда он был тебе подарен? На Новый год. Вот этот. На Новый год. Этот пазл, он идет... Из пенопласта. Нет, он пластиковый, да, из пластика. Вот как он, его можно поднять даже. Зафиксированы очень хорошо детали, но мы его так вот не хотим почему-то разбирать. Уж раз собрали, собрали. Но они собирали. Сколько вы по времени? Неделю? Две? Нет, больше. Больше собирали. Еще ты мне помогала. Мам, бабушка, Лера. Ну, все понемножку помогали, так как она на каникулах у бабушки была. И кто в гости заезжал, понемножку помогали собирать. А сейчас следующий тихонечко давай уберем вот сюда вот. Вот это следующий пазл. Они собирали также с бабушкой. А, это покупали мы вот когда Катайский, были в Катайске, в реабилитационном центре. Катайский. И там вот с папой мне купили вот такой пазл. Очень нравится. Потому что тут девочка и единорог. Угу. Очень красивая даже картина. И ее я хочу покрыть лаком. Не знаю, насколько, конечно, получится. Чтобы зафиксировать все вот эти детальки. И чтобы они держались. Очень слабенько. Вот если по краю посмотреть, попробовать. Они легко отделяются. Поэтому... пока лежит вот на листе ДВП, и со временем я хочу ее оформить в картину, ну как бы вот в рамочку и повесить на стену работу Насти. Давай тихонько вместе положим. Ну, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за внимание. До новой встречи. Пока-пока.